Привет, друзья! Сегодня из длинных воздушных шариков будем делать улитку. Для работы нам понадобится 4 длинных шарика ШДМ, их размер 260, насос для воздушных шаров, перманентный маркер и ножницы. Начнем! Дорогие друзья, покупайте у нас длинные шарики ШДМ для моделирования. Есть наборы по 100 штук, есть наборы по 30 штук, плюс 5 в подарок. Все полезные ссылки в описании. Добро пожаловать! Итак, из белого шарика сделаем глаза. Наполним шарик воздухом. Немного. Вот так. Завяжем хвостик. И сделаем два элемента пинч-твист. Скрутим шарик раз. И еще раз. Завяжем хвостик. Вот так. Второй элемент пинч-твист. Сделаем такого же размера. Скрутим шарик раз. Складываем, пальцами правой руки оттягиваем и перекручиваем еще раз. Вот, и у нас получится два глаза. Теперь спустим воздух, срежем излишек и завяжем на узел, чтобы шарики не сдулись. Глаза готовы. Теперь сделаем мордочку. Наполним воздухом зеленый шарик. Оставим длинный хвостик примерно на 6 пальцев. Немножко спустим воздух и завяжем шарик. Разомнем его и приступим. Итак, сделаем элемент пинч-твист. Скрутим шарик раз. Складываем шарик, оттягиваем, скручиваем еще раз и завяжем узел, чтобы не развязался. Вот так. Теперь будем делать голову. Обовьем белые шарики, то есть глаза, зеленым шариком. Вот так. Определим размер. Вот мы обвили. Теперь скрутим здесь раз. И обовьем элемент пинч-твист. Вот так. Расправим шарики. Вот. И мордочка готова. Сделаем шею. Изогнем чуть-чуть шарик. И скрутим его. Можно чуть длиннее. Вот так. Теперь, друзья, делаем элемент пинч-твист. Скрутим шарик раз. Складываем шарики и перекручиваем еще раз. Вот так. Теперь нам необходимо сделать элемент бабл-твист. И два элемента пинч-твист. Небольшие. Скрутим шарик раз. И такой же элемент сделаем. Скрутим шарик. Второй раз. Вот. Вот что у нас получилось. Теперь, друзья, на этом этапе сделаем раковину, то есть домик улитки. Наполним воздухом желтый шарик. Ставим длинный хвостик примерно на 4-6 пальцев. Немножко спустим воздух и завяжем шарик. Разомнем шарик. Теперь нам необходимо прикрепить желтый шарик
к зеленым элементам пинч-твист. Обовьем хвостиком пинч-твист. Хвостик спрячем. Вот так. Теперь будем делать раковину. Сделаем петлю. Вот так. Скрутим шарик. Вот. И перекрутим еще раз. Пальцами придерживаем и перекручиваем. Вот, готово. Теперь сделаем кольцо вокруг первой петли. Определим размер и скрутим шарик. Вот так. Закрепим. То есть нам необходимо обвить первую петлю. Вот так. Вот. Делаем следующий слой. Обовьем желтым шариком. Определим размер. Скрутим шарик. Можно еще так сделать. Здесь вот так закрепить. А потом кольцо поставить на место. Вот так. И будет замечательный домик. Теперь можно спустить воздух. Излишек срезать и завязать. Расправим шарики. Вот что у нас получилось. Теперь снова делаем такой же элемент bubble twist. Вот так. И делаем элемент pinch twist. Это будет хвостик улитки. Скрутим шарик раз и два. Завершаем работу. Теперь делаем один длинный элемент bubble twist. Вот так. Определим размер. Скрутим шарик. Закрепим вокруг элемента пинч-твист, обовьем несколько раз. Вот так. И как раз у нас остался хвостик. Обовьем его вокруг элемента пинч-твист. И расправим шарики. Вот. Домик останется вверху. Вот так. И голову поправим. Этот элемент пинч-твист идет назад. Голова будет смотреть вперед. И вот что у нас получится. Вот, теперь из оранжевого шарика сделаем усики. На самом деле у улитки это глаза. Но так как мы делаем мультяшную улитку, то это будут усики. Наполним шарик воздухом. Завяжем шарик. И перераспределим часть воздуха. Вот так. Направим его вверх. Вот. Так, посмотрим. Сделаем одинаковыми эти. Так, замечательно. Теперь завяжем хвостик с другой стороны. Излишек срежем.
одной стороны и с другой. И окончательно уравняем усики. Еще чуть-чуть. Вот что у нас получилось. Теперь закрепим усики вокруг элемента пинч-твист. И направим их вверх. Поправим все шарики. Здесь можно аккуратно еще срезать кончик, чтобы работа была аккуратной. Вот так. Теперь черным перманентным маркером нарисуем глаза и улыбку. Все, дорогие друзья, симпатичная улитка из воздушных шариков готова. Легко и просто. Сделай сам, пишите нам. С удовольствием ответим на все ваши вопросы. С уважением, Ромашка Клоун. Добро пожаловать на наши каналы и сайты. Ссылки будут в описании. Пока!